Под открытым небом у центра Гейдара Алиева расположился самый настоящий автомобильный музей. Здесь представлены машины, которые были выпущены до 1980 года. Соответственно, возраст этих машин более 30 лет. Помимо этого, они также проехались по центральным улицам столицы, чем продемонстрировали гражданам и туристам то, какими раньше были машины и какие они сегодня. Ставшие уже традиционными выставка и парад ретро автомобилей в этом году организованы Автомобильной федерацией Азербайджана. Среди представленных классических машин часть принадлежит экспозиции выставки центра Гейдара Алиева. Другая часть – частные транспортные средства, владельцы которых прошли регистрацию заранее. Среди участников – супружеская пара, у каждого из которых свой личный ретро-кар. Управлять этими машинами и вправду непросто. Мы водим свои автомобили каждый день, не только по выходным, праздникам или для автопробега. Это часть нашей жизни, как и наш стиль одежды и подобного рода машины. Супруги принимают участие на параде не в первый раз. По их словам, если они и поменяют свои автомобили в силу каких-либо причин, то обязательно на что-то еще более раннего выпуска. Для Читы это не просто средство передвижения, объект роскоши или привлечения внимания. Мы проживаем жизнь в этом стиле. Если утром мы завариваем дома кофе, то обязательно включаем музыку на патефоне. Мы ездим всюду на своих автомобилях и даже открыли кафе в стиле ретро. Если я и поменяю свою машину, то куплю ту, которая будет еще более раннего года выпуска. У меня даже уже есть мечта. Это Chevrolet 1938 года. Я хочу ее приобрести. Машины разных цветов радовали взоры тех, кто не застал прошлый век. Среди них уникальные модели автомобилей Ford 1930 года выпуска. Те самые машины «Победа», которые обрели популярность по завершению Второй мировой войны, классические и раритетные «Мерседесы», «Форды», «Чайки» и даже служебная машина милиции ВАЗ-21011 1973 года выпуска. Я уже долгое время в социальной сети слежу за страницей Автомобильной федерации Азербайджана. Узнав о том, что у нас проведут такой автопробег и выставку ретро-машин, решил, что должен обязательно ее увидеть, поскольку я поклонник классических машин. Мой друг мне сказал, что пройдет фестиваль. Вот почему я здесь. Как фестиваль, это очень интересно. Хотел бы, чтобы таких проводилось побольше. К примеру, новые машины, суперкары или отличающиеся от других машины. Мне в целом все нравится. Всего в автопробеге приняли участие свыше одной сотни машин. Взяв старт у центра Гейдара Алиева, колонна проехала по центральным улицам Баку и вернулась к точке старта. Отметим, что любители классических автомобилей могут посмотреть на выставки ретро-автомобилей в любое время в самом центре Гейдара Алиева. Фарида Ашралова, Алисур Хайоглы, CBC.